Новые версии в деле об отравлении Скрипаля обнародовала британская пресса. Журналисты предполагают, что яд «Новичок» имел гелеобразную структуру и был нанесен на ручку двери. По их мнению, если бы «Новичок» распылили в виде газа, жертвы скончались бы немедленно, а исполнители не успели бы покинуть страну. Кроме того, преступники не случайно выбрали для покушения именно воскресный день, чтобы никто другой, к примеру, почтальон, не коснулся дверной ручки. Тем временем Сергей Скрипалю уже лучше, но его состояние более тяжелое, чем у дочери. СМИ сообщают, что им обоим предложат выехать из страны под новыми именами.